fight. Привет всем! Привет, Катамразь! А что именно страшно? Что тебя так напугало? Все нормально. Продолжаем марафон Mortal Kombat. И сегодня немножко неожиданно, но я перескочу через вторую часть. Потому что... Монитор горит. Потому что, согласно моим же придуманным правилам, я не ограничен в том, чтобы... Короче, я могу перескочить. Что я, собственно, и сделаю. Потому что у меня собрано 32 очка. M-Coins, MK-Coin. А для открытия третьей главы, то есть третьей части, надо 30. Поэтому я решил, чтобы разнообразить стримы, потому что я действительно немножко задалбываюсь играть в одно и то же. То есть я решил открыть сразу три главы, и тогда будет разнообразнее. То есть у меня и по первой части чуть осталось, по второй я вообще ничего не проходил. Не, Раевский, там гораздо больше. Ну это надо еще... Привет, Раевский. Ну это надо еще... А, я даже не написал, да? Ой, ну у меня... Блин, я никак, у меня руки не дойдут... Battle Plan нормально расписать. 50 на открытие Ultimate, а для четвертой части, наверное, 80, я так думаю. Смотрим. Надо цены повышать, так сказать, потому что я смотрю, что... Все, ну, чтобы не слишком легко было, в общем. Ну да ладно, давайте начинать, переходить к игре. Так, сейчас мы все это сделаем. Так, вот это. Подождите, тут точно все нормально. Точно они тут нормальные настройки выставлены. Так, wait for it. Блин, ну черт его знает почему. Нет, все правильно выставлено. Черт его знает почему он так делает. Ладно, все. Как есть, так есть. Я же говорю, может не идеальный эмулятор, но идеальный эмулятор будет работать в полноэкранном режиме.
А мне-то нужен оконный для захвата стрима, поэтому ладно уж, пусть чуть-чуть поддерживает. Посмотрим, Рой, посмотрим. Ну, дропну так дропну в конце-то концов. О, в одну строчку, как непривычно видеть в одну строчку. На Сеге-то это в две строчки. Так, громко. Я уже вижу, что игра заглушает меня. Так, вот так, нормально. Раевский, я же как бы сам себе хозяин. Если я увижу, что я не вывожу или мне надоело, я сделаю перерыв там на месяц, на два. Ну, как бы, все нормально. Так. Ну, весь сюжет, наверное, мы запаримся смотреть. Надо было с этого стрим по-хорошему начинать. Да, наверное. Ну, хотя, ну ладно, давайте. Пусть оно пока там по это погоняется. Может быть, я так, позаполняю таблицу, какие порты проходить вообще мы будем. В какой версии? А, тут, кстати, по Mortal Kombat 2 я заполнил как раз. Я по третьей не заполнил. И здесь еще... непонятное... А, ну все, заставка и кончилась. Ну, не будем, наверное, всю заставку, правильно? Ладно, потом заполним таблицу. Все, давайте начинать игру. Страйкер. Кстати, обратите внимание, эксклюзивные вот эти... Как это назвать-то? Видите, изображение, такие персонажи. Это, ну, как бы, концепт-арт, наверное, правильно это назвать, да? То есть, в Ультимейте там использовались вот такие вот версусы. И в портах тоже они использовались. А здесь вот... Так, давайте начинать. За кого, я не знаю. Блин, Сайрус слишком легко. Легко, значит, на мастере. Вот это мы с челленджа начинаем. Как бы я не пожалел. Блин, тут же нет такого. Да, надо не забывать, что это не ультимейт. Ну да, сейчас, наверное, наверное, зря я взял мастер. Да, блин. А, что такое? Чу, комбо моя прервалась. Да, зря. Здесь я, наверное, так не затащу. Да. Да, Раевский, ты прав. О, зато мы можем пор... О, знаете, вот мы что сделаем. Чтобы это... А, не, надо управлять. Не, я не хочу это делать. Можно ввести комбат-код, но мне впадлу настраивать управление второго игрока для этого. Здесь же секретные коды есть. Но надо двух игроков. Так, звук, звук, не глюч. О, реклама фильма, прикольно. Так. О, нормально. На воле. Вот эту тетю нелегко будет. А что же она первая? Да, прям повезло. Для тех, кто не в курсе, в обычном Mortal Kombat 3 не ультимейт. У Страйкера нету фирменного приема. А именно, он не может расстрелять из пистолета. Как в ультимейте. Это не то. Опять мой комбо прервал.
Кстати, эта игра-то вышла не через год, как вы можете видеть. Видите, 95-й год. За Страйкера я знаю фаталки. Страйкера я любил. Как ни странно, хотя его многие считают. Так, подождите, надо... Насчет... Надо, блин, надо было на первых вообще врагах. Сейчас я по традиции надо же мне открыть сайт МК Secrets. Потому что других добиваний я не знаю за Страйкера. А надо бы. Только вдруг меня сейчас порвут. Так вот всегда, когда смотришь... Когда смотришь фаталити, запоминаешь его, то проигрываешь бой. Это у меня уже такое не раз было. Ну да ладно. Будем надеяться на лучшее. Так. Что мы будем делать? Может попробовать... А, ну это если... Так, как... Понятно. Так. Дружба. Low punch. Право, право. Low punch. Интересно. Погоди. А, это блок. Блин, какой ран. Это то есть это рана, а не райд. Это получается... АЕЕЦ, да? Friendship. АЕЕ... А, ага, понял. Low punch. АЕЕ... А, хорошо, попробуем. Привет, любимый. Ну блин, нажал, ну это наверное не считает. Так, давай. Да давай! Чуть я не понял, либо так эти делать френдшипы всякие. О, да так хорошо поймал. Вот это очень хорошо поймал. Рандом. Да. Так. Так. Да. Вот сейчас мы это и проверим. Ай. Блин. Так. Так, хорошо, значит будет анималити. Если выиграем. Ой. Блин, страшно. Нет, не будет анималити. Так, ну черт его знает. Давайте еще раз, что ли. Вроде шанс-то есть. Кстати, вот сейчас обратил внимание на портрете. Вот если вы внимательно посмотрите, то у Страйкера снизу красное видно. Потому что, когда снимали движение актера, то майка была красного цвета, а не синего. О, получилось. Еее, дружба, жвачка. И вот это, кстати, френдшип, кроме как в аркаде, вы такой нигде не увидите. Потому что все персонажи пробежали. На Сеге он не такой, если вы вспомните. И не только на Сеге. Он даже на первой Соньке не такой. А вот на Досе я не помню.
Там, блин. А на доте, кстати, может быть такое. Блин, кабал. Слишком кабальные условия боя. Да блин, ну все, 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 все. Да ну! Ну шанс прямо. Да блин. Блин. Ладно. Четкие, отлично. Так, рандом. Тоже неплохой выбор. А, здесь так. А в ультимейте не так. Синдел wins. Round 2. Fight. Да, блин. Так, тихо, тихо. За Синдел я вообще ничего не знаю. Стоп. Ну, я, наверное, вряд ли что-то... Я блок нажимал, не нажимал. Черт его знает. Вряд ли я сейчас какое-то добивание смогу сделать. Далековато. Так, блок, блок, блок вверх. Ну, давайте попробуем. Нет, не блок. Какой блок? Бег. Нет. Значит, я жал блок. Короче, для тех, кто не в курсе, условия добивания. Чтобы сделать дружбу или бабалити, нужно не жать блок в бою. А чтобы сделать анималити, превращение в животного, нужно... нужно сделать мерси. А мерси, это значит дойти до третьего раунда, то есть, чтобы один раз выиграл ты один враг. И... Мерси, оно вернет одно касание здоровья врагу. То есть уже побежденному врагу даст ему второй шанс. А, нифига! Так, ну пробуем. Так, бег-бег, блок-бег-блок. Так, еще раз. Блин, не успел. Рядом кол. Раунд 1. Файт. Черт, я заорал. Блин, вот это невыгодно. Блин, не воспользовался шансом. Какой шанс был? Блин, я не хотел, ладно, можно. Так, ну за кого, за кого? Давайте за страйкера все-таки добьем. Так, за страйкера я чего еще не показывал? Вторую фаталку, подождите, нет, я обе фаталки показал. Я не показал, блин, я не показал анималити. Блин, он уже сложный. Раунд 2. Файт. Так, ладно, наверное, мне тут пофиг кого. Хотя бы.
Round one. Fight. Sub-Zero wins. Round two. Fight. Так, дунуть бы на него. Так. Назад, 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 вниз, назад, бег. Так, еще раз. Назад, назад, вниз, назад, бег. Sub-Zero wins. Может, расстояние великовато. Round one. Fight. Блин, весело, конечно, что в МК3 можно так комбить. О! Красота. Sub-Zero wins. Round two. Fight. Well done. Finisher. Да не хочу ничего делать. Sub-Zero wins. Честно говоря, я далеко. О, уже все. Так, это читер, зараза, это я помню. Он кривой. Он не. У него хитбоксы кривые. Это я помню. Отлично. Портак это исправили, а на аркаде он кривой. Ему некоторые удары не проходят, которые должны проходить. И я не про магию, а именно вот удары не проходят. У него кривой хитбокс, причем. Вот, 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 видели? Сейчас не прошел удар. Именно это я имею в виду. И это не сложность, это именно кривота. И мне очень печально, что в ультимейте это не исправили. Блин. Так, ну, надо его мочить за самого эффективного. Так близко было. Ну, сейчас не близко. Ладно, сейчас не так обидно было. Ну, Джакс, конечно, работает. Я уже научился этот баг обходить, видите? Один. Два. Три.
Так, тебе. Раунд 2. Файт! Как это эффективно. Есть. Отлично. Так, шока можно хватать? Блин. Походу мы этого уже не узнаем. Ну, Джакс явно не тот, кто персонаж. Можно. Так, ну я не знаю за кого. Давайте пока на пофиг. За Саб-Зиро, конечно, легче всего. О, вижу, про в чате появился. Да! Хватит тебе. Да ё-моё, чуть-чуть. Так, ладно. Зараза. Почти. Ну было, блин, было близко. Надо за Джакса добивать. Ху, да как же, блин. Бро, ты просто поздно подошел. Я столбик прошел за считанные там эти. Я, наверное, 20 минут не играю. О, отлично. Ё-моё, читер! 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 Блин! Ну, близко! Фух, я с собой доволен. Я за Джакса, честно говоря, такого еще не вытворял против Шаукана. Ой, это было очень неожиданно, что я не получил урон. Хотя, да, блин. Ладно, это правда, сидит. Так, как на него? Тоже вся попытка слита. Ладно, на расслабоне. Блин. Так, эпик, ладно. Round 3, fight!
ничего-то... Ну, блин. Вот зараза, он меня троллит, он вроде как будто... Да, да, ты побеждаешь, а потом жестко обламывает. Но все равно это очень круто, что я за Джакса нашел. Ну, тактику это сильно сказано, но... Тактика это то, что должно работать, правильно? Во всех случаях. А это не тактика, а попытка пробить. Да блин. Вот все. Ладно. Просто столько контов уже слито. Фух. Ладно, чуть передохнем. Да, ну, конечно, круто. То есть, в принципе, за Джакса можно его очень так неплохо держать в постоянном этом. Наседать на него постоянно. Видите, во, что можно делать. Да ё-моё! Могло получиться. Сейчас, наверное, я его побежу. Блин, плохо же... За Джакса очень сложная комбо, я его не уберу. Это... Да блин, чё я туплю? Столько шансов пропустил. Да ладно, все равно это ничего не изменит. За Джакса, Джакс единственный персонаж, за которого в комбо есть кнопка блок. Там какая-то жесть, короче, за него. Ты Mortal Kombat трэша назвал? Вот это ты... Да, типа того, про. Вот видишь, вот даже вот по... Это даже в тексте выглядит жестко, только не Z, я через X, там чуть не так, короче. То есть, мало того, что блок, еще и назад нажимать, короче, это... Конечно, и читерски. Отлично. За Джакса. Класс. Супер. Офигеть. Я не помню. Ну, блин, я не помню. Может, кстати, это и было. Но, возможно, я никогда за Джакса и не проходил именно вот Шаукана. А может, и проходил. Черт его знает. Так, давайте сюжет почитаем. Тем более с картинками. С картинками мы вообще редко когда видели. Потому что в сеговской версии картинок нет, как все знаете. И на SNES их нет, если что. Так. Второй раз Джакс сражается против сил Шаукана. На этот раз он пришел подготовленным. Он считался сильнейшим человеком на Земле. У него не было проблем, чтобы это доказать. Сначала он побил армии Шаукана, а потом самого императора. Что именно, ого? А, ну конечно прошел он кол. Я вообще-то, если ты не заметил, я все эти игры прохожу. В этом смысл марафона. Когда мир вернулся к своему обычному состоянию, Джакс и Соня начали расследование. Нет, вернее, не так. Они начали
ну как сказать, агентство по исследованию внешнего мира. Вот. Джакс занимается, ну, как бы, я не знаю, состоит в дивизии исследования, которая изучает технологию открытия порталов. Вот, кстати, откуда порталы появились в Half-Life. Через науку, а не через магию, он возглавляет первую экспедицию, в общем-то, то же самое. Все версии канала. Про! Ты ж был на вчерашнем стриме, чё ты спрашиваешь? Как бы я это, свернув пространство только, свернув пространственный континуум? Я уже в начале сегодняшнего стрима сказал, что я как раз таки согласно моим правилам, я уже могу играть в третью часть, что я, собственно, и делаю. И я в нее играю. Имею право и играю. Поэтому мне не обязательно заканчивать вторую часть для того, чтобы перейти к третьей, если у меня уже набраны очки. Я хочу больше разнообразия, чтобы вот именно не запариваться над одной частью, потому что это надоедает. То есть, когда одна и та же игра, ты задалбываешься, и вы, наверное, от этого задалбываетесь. Поэтому я решил комбинировать. Кстати, не так, как в Ultimate. Чуть иначе вот это будет. Поэтому будем проходить параллельно три, так сказать, части. Это будет интереснее, мне кажется. Так, записываю, что я прошел. Это какой же? Подождите. Это вчера, да? Я вчера прошел только МК2. Ну вчера, блин, МК2 тяжелая. Сегодня шестой стрим. Пройдена аркада. Собственно, аркейд. О, подождите, я тут не пишу, какую часть прошел. Блин, вот это я город. Я не пишу, какую часть я прошел, что. И никто, главное, не сказал. Видимо, никто мою таблицу не смотрит. Ну, на всякий случай, раз уж я о ней сказал, давайте еще раз скину ссылочку в чат, чтобы вы поняли, какую таблицу нужно смотреть, чтобы понять, о чем я вообще говорю, какие очки, какие правила. Так, я, конечно, гений. Как можно было не написать... Как можно было, блин, не написать, что это, какую игру я прошел? Я написал, пройдена аркада, но непонятно какая. Сам себя офигеваю. Ладно, наверное, я добавлю еще один сейчас это... столбец слева. Вот, добавим еще. Так, это все МК1 было. МК1. МК1, 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 так, МК1, это МК2, МК2, так, это МК1, это МК3, вот так вот. Так вот будет более нормально. Так, ну ладно. Так, а что, игра замолкла? А, сюжет. Что будем проходить дальше? Спрашиваю чат. Наверное, пока даже... если что, напишите, но, наверное, я пока для такой приподнятый играть в МК3, давайте, собственно, в МК3 дальше и продолжим играть. А именно, давайте посмотрим порт для первой PlayStation. И как раз увидим разницу, о которой я говорил. И вы скажете, видна ли визуальная разница в графике. Вроде как она должна быть видна. Так, сейчас, наверное, будет громко. Еще будучи школьником у друга дома. В смысле, в PS1 версию 3-го МК? Или типа... А, все, я вижу, что ты еще писал.
Крайне рекомендую тебе показать людям лучшую версию МК2, в принципе, ремикс какой-нибудь. Это в смысле на Мугене, что ли? В нем крутое меню. Так, ладно, давайте запускать. Я надеюсь, не будет громко. На всякий случай может сбавить громкость. А, надо захват экрана, да? Захват окна. Кстати, Ксебра. Так, нормально. Нет, чуть-чуть еще ненормально. Не-не-не, про. Мы с тобой же это обсуждали. Я еще, давно ж тебе еще, когда этот марафон только планировал, я говорил, что я не буду проходить мугеновские части. Потому что мугеновских Mortal Kombat столько, что это можно проходить всю жизнь. А я не хочу это всю жизнь проходить. Поэтому, извините, муген мимо. Без исключения. Тут основная программа очень обширная. Так, все, допускаем. Не, одной версии не ограничишься. Один только Mortal Kombat 1 HD, чего только стоит. Ну, я не помню его правильное название, но там полностью пересняты все движения всех персонажей. Так, походу, я не так как-то запустил. Да, я не так запустил. Надеюсь, размер окна не собьется. Вот это надо. Плюс на Mortal Kombat 2. А, ты про Mortal Kombat 2, кстати, говоришь. Ну, короче, на Мугене столько всего, что надо показать, что, я же говорю, жизни не хватит. Так, и какие-то кадыш надо вводить, да? Так, а звук я... А, не, нормально, наверное, звук, да? Ну, чуть-чуть прибавлю. Так, надо коды, коды, коды. Черт, я не успеваю, надо пауза. Пауза. Так, сейчас посмотрим, какие коды в этой версии. Пока я вам могу сказать, что вот эта игра на PlayStation 1 и Ultimate Mortal Kombat 3 на Sega Saturn сделаны на одном и том же движке. То есть разные платформы и вроде как формально игры разные, но при этом движок один и тот же. То есть Сатурновская версия Ultimate сделана из этой версии. И Windows 95 версия сделана из этой версии. Хотя вам пока это ничего не скажет. Так, все, хорош трындеть. Только когда начинаю одновременно говорить, то я не то делаю. Так, это Windows коды, не те коды. Так, где наша версия PlayStation? Вот. Угу. Так. Блин, какой тут сложный пароль. Этот пароль проще, но мне кажется, я его не сделаю. Потому что он не совсем понятно, как делать. А здесь на экране копирайтов. Так. Значит, X. Этот. Потом RR. 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 Ну, может, не такой сложный. Так. Тут просто прикол, что и R1, и R2. Короче, так. Ну да, ладно, вроде бы не сложный. Просто сбивает то, что 2 R разных. Так, на экране копирайтов. Я не помню точно. Prepare for combat. Так, снимаем паузу. Делаем. Так, ну, игра снялась с паузы. Вроде же я запустил. Игра.
Ладно, ресет. Блин, либо эмулятор еще веселый. Понятно, короче. Так, еще раз запускаем. Кстати, на DuckStation эта игра нормально не эмулируется. Возможно, там можно это как-то сделать, если разбираться в настройках. Но мне легче другой эмулятор использовать, который точно работает. Так. Да. Готовы. Ну. Управление ж работает, я надеюсь. Управление-то и не работает. Все, я сообразил. Этот эмулятор, он не работает с этим, с Direct Input. Вот, теперь работает. Так. Так, и чего? Attract Mode. XL. Пока нифига. Attract Mode. Все правильно нажимаю. Тихо. Что ты делаешь? Так, ладно, давайте я просто запущу какой-то бой, проверим управление. Оно должно работать. Я вчера все настраивал. Ну, что-то у меня сомнения. Фирменный дизеринг первой Соньки. Что, кстати, убого выглядит на самом деле. Какого хрена тут дизеринг? Тут цветов первая Сонька выдает до хрена. Так. Управление нормальное. Спрайты все-таки меньше. Все-таки меньше. Так. Блок. Это непонятно что. Это ж работает эти кнопки. Потому что они у меня не настроены. Так, еще раз. Сейчас настроим. Так, это L1, это L2. L1, L2. Нет, все правильно. Эти кнопки не работают, да? А, это бег, походу, да? Да, это бег. Так, ладно, убивай. О, с фаталкой. Как, зачем, блин, чтоб контент показывать? Чё ж я буду? Здорово. Ультимейт в целом, да, но сегодня нет. То есть когда-нибудь да, но не сегодня. Ультимейтом, который называется код. Так. Блин, этот код что-то не работает ни хрена. А тот, наверное, работает, но у меня управление. Хотя, блин, черт его знает, почему оно не работает. Ладно, последний раз перезапускаю эмулятор. Если сейчас код не заработает, то хрен с ним. Хотя, блин, это, конечно, это будет обидно. Вот
Вот Sega Saturn версия, там код очень классный. Он называется, ну, он, если вы запишете его, вот именно что нажимать, он будет звучать как Crazy Cyrex. То есть это C, R, это право, ну и получается Crazy Cyrex. Там этот код легко вводится. Ну, надо быстро набирать, но нормально. Здесь, блин, какая-то фигня. Непонятно, как вводить, что вводить, когда. Вроде все вводишь, а оно не работает какого-то черта. Копирайт скрин. Да, ну давайте, копирайт скрин. Ждем. Нифига. Нифига. О! А этот код сработал. Отлично. Наконец-то. Так, фриплей. Время А, наоборот, надо. Level select. Level select. Каждый бой брать. Смог, конечно же. Да. Game configure. Так, шанг морфирует во всех. Будут тормоза. VS screen, да. Так, чего еще? Control. Нет, не пропустил. Привет, Nightmare. Не пропустил. Я еще буду играть в МК2. Просто сегодня я решил... Вот так вот. Решил перескочить пока на МК3. Потом вернемся... Ай, надо стерео включить, да? А, прибавить громкости. Pen Control, я не знаю, что это. Все. Мы готовы играть. Вот смотрите, не сразу появляется эта моделька. Забавно, да? О, за смока. Смок это чит, ну хрен с ним. И можем выбрать арену. Давайте. Че бы по упору тебе выбрать? Давайте вот так. На втором этом. Так, теперь приемчики на смоука. Приемчики-то я знаю, мне надо фаталки. Так, а где смоук-то? Вот он. А вот я тоже не видел. Это first run на самом деле. Я знал, что такая есть. По-моему, немножко изображение, как будто не 60 FPS, да? Я думаю, что это связано с эмулятором. Я уверен, что в оригинальной игре оно нормально. Но, поскольку я не спец в эмуляции PS1, даже не пишите мне в чате, попробуй там EPSXE там какой-нибудь, я не буду. А, блин, я же... А, у меня время не ограничено. А, ну давай сейчас сделаем. Так, держите блок. Так, еще раз. Держите блок. Вверх, вверх, вверх. А, подождите, блок. А, черт, у меня управление перепутано. XCZA. А чё? Это камбуха же. Робо реальное железо. Да, спасибо, учитывая, что у меня нет Соньки. Так, знаете, как я решу эту проблему с блоком? Она у меня действительно есть. Перебинжу себе кнопки. А как я так... Как я так накосячил? Что-то я... Да, что-то я перепутал. Ладно, пофиг. Блин, как это неудобно! Я, главное паузу... А, можно паузу поставить. Ладно, сейчас я перебинжу себе кнопки. Так. Значит. Вот это, значит, сюда. Так, так. А это сюда. Так, так. А, нет. Подождите. А что за... Что за прикол? Когда вот много разных платформ, то... В
вот эти все проблемы. Что-то я ничего не понимаю. Что за фигня? Почему оно... Почему такое чувство, что что бы я ни делал, управление работает не так, как надо? О, наконец-то. Все. Теперь можно... Ух ты, слышали смех Шаокана какой-то? Но обратите внимание на дизеринг. Я вот, честно говоря, немножко в шоке. Про, ты серьезно думаешь, что я этого не знаю? Да, вот XXCZA я действительно не знал, потому что... Так, что мы можем делать? А, можем Mercy сделать. Так, а после Mercy анималите вниз, вперед, вперед блок. Хорошо. Так. Делаем, да? Одно из моих любимых, кстати, анималити. Я не помню, это в оригинальной игре или в Хаки Кабала, но где-то, короче, можно еще, если держать бег, то, да, быканул, то будет убегать противник. Реальная PS3, PS1, вернее, это, конечно, прикольно, но все-таки в наше время с дисками заморачиваться уже не хочется. У меня вот для Сатурна тоже есть записанные болванки. Я ими особо уже не пользуюсь. Да, XXCZA, кстати, хорошая комбо, да, спасибо, бро, что напомнил. А почему он не притянулся? Так, ну вроде бы игра играется... О, почему я не попал? Не, подождите. Короче, я не... Вот теперь я уже не уверен, что игра играется правильно. Возможно, тут есть какие-то проблемы с хитбоксами. Блин. Блин, вот этот смех замедленный. Так, чего еще делать? Вот это можно, лекарство взрывное. Вот так оно делается. Значит, что? Держать R. Подождите, R это же вправо. А, нет, это блок. А, я понял. Держать вот... Да, держать, значит, вот эти две. Вниз-вниз. Вниз-вниз, вперед-вверх. Ближе. Вниз-вниз, вперед-вверх. PSU. А, ты про реальную консоль, понятно. Ну это деньги ж большие, это ж... Надо... Это ж не просто так все. Эти устройства, они дорого стоят. Вот у меня для Dreamcast есть эмулятор привода. Для Сатурна недавно вроде появился эмулятор привода. И тоже он стоит очень конских денег. Да, можно было и последний столбик брать. Так, как он делается? Вперед-вперед. А, ХК. Лоу-кик, ага. Классный вот этот чит на бесконечное время на фаталити. Smoke wins. Fatality. Блин, ну дизеринг тут адский, конечно. Вот эмулятор, на котором я сейчас играю, это эмулятор, который самый, ну не то, что
а может и самый точный. Ну, короче, эмулятор, который, у которого минимум всяких улучшений, который вот показывает такую грубую железную PS1. Без прикрас. Поэтому, если вы видите здесь дизеринг, значит на реальной консоли оно так и есть. Как видишь, про я это тоже знаю. Единственное, что я не знал, это комбо XXCZA, потому что я за Смока... Ну как, я играю за него, конечно, против компа, но... Тоже не сказать, что часто. Так, чего я еще не делал? А, я всякие дружбы не делал, но, по-моему, я делал блок. Да, ладно, давайте его просто так вот. Да, где-то секунд 5, может даже меньше. Возможно, даже меньше. Такое чувство, что в сеговской версии даже меньше. В аркаде, наверное, даже секунды 3-4, я бы так сказал. Так, ну что, как, что скажете про порт? Как вам порт? В принципе, он выглядит вроде как неплохо. Хотя, мне кажется, что все-таки он не до конца. Не до конца, правильно? Смок немножко читерский вообще персонаж, конечно. Ну, кстати, с недраем же секретный. Я его брать не хотел, это все рандом. Ну да, неплохой. О-о-о-о-о, мы же против Шансунга. Вот вам главная фишка PS1. О, сейчас еще раз. Не, не будет? Я думал, он сейчас еще будет. Обратно. Не, порт неплохой, но он такой... Ну, хотя нормальный. Ну, то есть, он просто как бы у него ничего особенного. Ну, то есть, порт и порт. Ну, да, ну, близкий к оригиналу. Но спрайты все-таки уменьшены. Дизеринг какой-то дикий. Хотя я уверен, что первая Сонька бы потянула и без дизеринга. Сатурн... Да, блин, ты задолбал. В сатурновской версии я, кстати, дизеринга не помню, между прочим. Там, правда, тени... А, не, подожди, там и тени нормальные. На Сатурне там ультимейт. Сатурновская версия ультимейта, это вот этот же движок, только переделанный в ультимейт. Там загрузки тоже очень заметные. По-моему, загрузок больше, чем здесь. Да блин. Да ё-моё. В этой игре, кстати, очень интересно сделаны вот эти все озвучки, ну, то есть, все, что говорит Шао Кан. Это все, это не файлы из игры, это CD-аудио. То есть, когда вот говорится Kano Wins, это CD-аудио. Я не уверен, что все поняли... Блин, ладно, фиг с тобой. Я не уверен, что все поняли, что я имею в виду. Хотя, наверное, поняли. Все-таки вы... Да, я думаю, поняли. Короче, да, CD-аудио. То есть это все аудиотреки. То есть вот фраза там Smoke Wins — это отдельный аудиотрек. Smoke Shows Mercy — это тоже отдельный аудиотрек. Таким образом, на диске где-то около 40 аудиотреков. При том, что реальной музыки там от силы треков 15. А остальное — это фраза. Давайте DOS-версию. Давайте сегодня будет день МК3. Учитывая, что мы скоро пройдем. Давайте сразу после этого DOS-версию. Да правда, не совсем будет по моим правилам. Ну, черт с ним уже, блин. Все, сегодня день МК3. Как? Сиди аудио. Обратите внимание, здесь не говорят раунд 1, раунд 2. Да блин, ну ты... Нехорошая женщина.
Кстати, тут задержка маленькая перед тем, как делается фаталити. А на Сатурне, там еще, когда вы набираете комбинацию, там еще подгрузка. Короче, сатурновская версия, она хреново оптимизирована. Для слабаков, про. А мы прём на пролом, как идиоты. Сешку ультимейт. Ну, погодите, ультимейта не будет пока. Я же сказал. Ультимейт рано. На ультимейт мы еще баллов не накопили. Да, фриплей. Через чит. Так-то здесь 5 контов. Да блин, ты задолбала, Соня. Почему я не попал? Опять! Вот опять этот баг. Вот это похоже именно, что баг PS1 версии. Что-то она какая-то жесткая. Вот почему я не попадаю? Ну, это точно баг этой версии. Потому что на Сеге... Зато она нам демонстрирует свои фаталити. Потому что на Сеге там... Да не только на Сеге, на Аркаде. Я только говорю на Сеге, потому что только на Сеге. Нет, в любой другой версии это вообще тактика именно против И. Ты отпрыгиваешь смоком, делаешь этот телепорт, а враг тебя пытается выстрелить. Нет, не донат. Так, опять кидаю ссылку в чат на мои правила. Сейчас, блин, не вовремя. Сейчас кину. Вот жалко, что бот... Что не могу добавить, чтобы бот выдавал мою ссылку. Так. Фига ты зашла, Соня. Что-то она прям вообще. Там, правда, таблица еще не до конца заполнена. Так что... На ультимейт нужно 50 очков. Да блин. Да почему я не попадаю? Ну какого черта? Ладно, последний раз за смоук, а потом что-то будем менять. Пока не знаю что, может Сайрекса. Последний раз. Вот накаркал, да, сказал, да, сейчас пройдем, угу, пройдем, как же. А, про, я тебя не понимаю, я не шарю в этой... в этих про-тактиках от киберспортсменов. Я играю как обычный геймер. Геймер-любитель, который любит старые части Mortal Kombat. Да блин, было глупо с моей стороны. Но порт не идеальный. То, что некоторые приемы не проходят, которые должны проходить. Блин, я держал блок, если что. С вами Мелани, а ты готов? Блин, надо привести в порядок свой донат-кошелек. Да блин. Ладно, хорошо, Сарик, соберем. Сайрекс тоже должен круто. Подождите, а может... Может... Да, давайте страйкера. В аркаде мы за страйкера неплохо так навешивали. Страйкер. Страйкер почему? Так, у меня претензии к этому порту.
не готов. Ух ты, ждала специально, да? А, блин, надо было... Да делайся... А, я не то делаю, подождите. Про, я знаю фатайте за страйкера. Почему вперед, вперед, Z? А, ты за страйкер, антиэйр? Типа ловить в прыжке? Ну можно, но я это и делаю. Я это и так делаю. Ты позже подошел, ты не видел, как я в аркаде за страйкера? Хитбоксы кривоваты, да. Не проходят порой удары, когда должны проходить. Не критично. Зато сейчас, возможно, Матара наоборот починили. Что, ну, с Матара в аркаде есть баг. С одним из его хитбоксов. Вот когда он бьет хвостом. Так, мне что-то с геймпада неудобно так-то. Да блин, опять Джакс сейчас возьмем. Мутаро wins. Так, кстати, я кое-что вспомнил. Я ж, по-моему, здесь не написал. Да, я не написал. Так, вот так. Джакс. Да какая разница, какая арена, блин. Задолбало меня это спрашивать. Матара читерский, но он далеко не самый жесткий. Самый жесткий Кентаро. Вот самый жесткий босс вообще в серии. На втором месте Гора из прототипной версии МК1. Так, тихо, тихо. Ты что-то начинаешь нестандартно, чувак. Кентаро никогда... Да Кентаро никогда не начинал с этого приема. Ты что, измененный искусственный интеллект? Матара всегда вначале хвостом пытается ударить. Ну, либо телепорт тоже бывает, да. Да блин. Да что такое? Вроде должен доставать. О! Здесь сохранили баг с аркады. Видели? Сейчас я не попал по нему, когда он хвостом ударял. Этот баг был и на аркаде. Но это явно баг. Не надо. И, возможно, кто-нибудь захочет мне объяснить. Нет, это фича, это так задумано. Но нет, это именно баг. Баг, который был на аркаде и который есть здесь. Что когда Матара бьет хвостом, то по нему почему-то удар ногой в прыжке... Ну, как бы, ну, хитбокс смещен, короче говоря. По нему можно попасть, я уже научился это делать. Но вот так, как должно, оно не работает. Да, не надо, но не стукай, да. Так, давай, Матара. Блин, он ни разу еще не начал раунд с удара хвостом, что странно. Потому что он всегда так делает во всех версиях. И ультимейта, и обычного МК3. Но в целом, вроде бы, искусственный интеллект такой же. Да блин! Чё-то он меня как-то это, на аркаде я его пободрее ловил. Реально, ни разу. Он как-то чаще стреляет на аркаде, он так вот мне так не спамил этими своими шариками. А тут прям, смотри, что делает. Не, такое чувство, как будто бы у Матара искусственный интеллект другой, чем на аркаде. Да читер он вонючий, а не красавчик. Да, я знаю, да, это на нем работает. Просто я пытаюсь его валить, как валил в аркадной версии полчаса назад.
Но он что-то нифига так не валится. Fight. Что на аркаде как раз вперед-вперед Z как-то не больно-то работало. О, видите, и здесь не особо-то работает. Блин. На Сеге, да, на Сеге он и телепортом, и шариками спамит. Но вот на аркаде он так не делал. Да блин. Начинать с этого он вообще не должен. Не, у него какой-то другой интеллект. Не такой, как на аркаде. Черт. Не-не-не-не, это ничего не даст. Он игнорирует этот прием. Я ж почему вообще Джакса беру? Потому что Джакс это единственный наверное, вообще единственный персонаж, который может какой-то магией ударить Матара. Все остальные приемы на Матара не действуют. Потому он и вонючий ублюдок-читер. О, наконец-то! Он хвостом ударил. Естественно, сработал баг из аркады. Так, что-то он меня, конечно, сильно валит. Блин, вот же зараза. На аркаде главное ничего такого не делал, довольно легко сдулся, а тут прям устраивает. Вот, смотри, что устраивает. Ладно, еще раз Джаксом, потом попробуем с Сарексом. За Сарекса комбочки убойные. Про, тебе серьезно он нравится? Вот этой своей читерской хренью? Наоборот, это сделать неуязвимость к магии, это причем не объясня, никак не объясненную, это самое вообще ущербное, что можно сделать. Или ты имеешь в виду, как он внешне сделан? Внешне он круто, конечно, сделан. Я тоже в детстве, когда увидел, то охренел. Да блин. Не, он вообще неадекват какой-то. Он на аркаде так себя не вел. А здесь он просто какой-то, я не знаю. Ну вот что? Что вот это такое? Как это побеждать? Что вот это вот? Блин, а я думал, у меня есть шанс. Ладно, еще раз за Джакса. Полюбить баранину. Я конину полюблю после такого босса. Fight. О, попался. Он какой-то агрессивнее, чем на аркаде. Может, как-то влияет то, что спрайты другого размера, я не знаю. Что-то тут не то. Да блин. Не, он неадекват. Да. Ну, не то, что прям намного, но меньше. Хотя, если так посчитать. Сейчас посчитаем. О, зашиву, если знать камбухи. Я не помню, по-моему, телепорт на Матара работает, кстати. Шива. Шивая может неплохо. Да, я так и сказал же, да.
Да блин, опять не прошел удар. Ну ты задолбал. Блин. А, там, по-моему, все. Я вспомнил комбо. Ну, не до конца. Есть. В аркадной есть. Сеговской нет. И снесовской. Да блин. Да. Ну за шиву, конечно, больше урон. Ладно, еще раз попробуем. В смысле, странно. Места не хватило, все очень банально. Даже МК-3, обычный МК-3, он уже в 4 мегабайта. То есть разработчикам вообще пришлось какие-то магию какую-то совершить, чтобы в те же самые 4 мегабайта больше контента запихать. Вот они вырезали вот как раз. Да блин, почему последний удар не проходит? Да я нажимаю, блин, какого фига? Вот это тоже на баг похоже. Почему-то третий удар не это. А, так. Ну может и поэтому, да. А я думал, у него просто обычная. Это понятно. Шива у нас, оказывается, не такая. О, прошел урон, да? Он прошел. Да, походу проходит. Про, ты ж сам видел? Это ж не первый мой стрим по МК-3. Но вообще я в МК-3 мало играл. А ты что, много? У меня в детстве картридж с МК-3 попался уже после того, как был ультимейт. Поэтому МК-3 я обычный, который не ультимейт, не сильно уважаю. Если брать сеговскую версию, то там, как бы, да, вот было интересно присутствие Шивы, присутствие анималити и то, что все озвучено. Да блин. Да блин. Так, про. Сейчас кого-то забаню, походу. Ах ты конина. О, первый раунд, кстати. Первый раунд. Не, ну серьезно. Матара здесь не такой, как на аркаде. Вы сами это прекрасно видели, как на аркаде он себя вел. И он так себя не вел. Здесь он просто неадекват. Он просто неадекват. Он постоянно, блин, телепортируется. Просто спамит телепортами, спамит своими шариками. И я согласен, что на Сеге он иногда, подчеркиваю, иногда себя так вел. Да, но, во-первых, иногда, во-вторых, в ультимейте. А это не ультимейт, это обычный МК-3. Блин, вот за такого Матара, все, этот порт у меня ненависть. Класс. Ладно, надо, короче, брать Сарекса, наверное. В ультимейте Матара легче, потому что можно комбо с воздуха начинать, а здесь нет. Зато можно его вот этим приемом. О! Кстати, а что-то фигня? Я его ударил, а ему урон как будто не прошел.
Да, можно читерить. Даже с этим... Ну ладно, ладно. В принципе, читерская тактика найдена. Действительно, видите, Матара, он... Его... На него действует этот прием Шивы, и он никак не может от него вернуться, потому что слишком большой спрайт. Ну да, да, здесь тоже. Ты имеешь в виду вот этот прием Шивы, да? Fight. Да блин. Ах ты, суканьер ты. Да блин, хватит уворачиваться. Вот так тебе. Думаешь, только ты можешь читерить. Мы сейчас сами тебя. Мы сейчас сами тебя зачитерим тут, блин. Нашелся. Да блин. Да как... Ну что он делает? Это комбо. Я ничего не мог сделать. Ну просто, ну такой, блин, тут реально без матов уже я не знаю, как описать то, что он только что сделал, блин. Вот тут я согласен с Амколом, это трэш. Это трэш от дешевого, от этого аркадного монетоприемника. То есть, хотя это не аркадная версия, в аркаде я его прошел. Я его не могу пройти, блин, в домашнем порте. Блин, бомбит меня, конечно, этот босс. Все, больше я PS1 версию, вот после этого стрима, PS1 версию третьего Mortal я никогда не запущу. Удалю ее нахрен и все. И до свидания. Просто, блин, такой босс, который вот такое творит. И вообще, спокойный уравновешенный, ты это прекрасно знаешь. Конечно, про, ты реально с прекрасными, я знаешь, часто такие вещи странные пишешь. Например, удивляешься, что я умею играть в Mortal Kombat. Ты как-то вообще, блин. Или ты специально типа симулируешь случайного зрителя, который меня не знает. Ты, блин, еще бы удивился, там, не знаю, что у меня Dreamcast есть. Или насчет какого-нибудь стрима с реальной консоли. Типа, а у тебя что, такая консоль есть? Да ладно. Шива. Да, конечно, это накая. Это ж часть контента на самом деле. Понятное дело. Ты же знаешь, что я в жизни на самом деле очень уравновешенный. Это ж специально. Люди ж любят, когда человек рейджит, поэтому почему бы не совместить приятное с полезным, дать и эмоциям выход, и в то же время людям какую-то развлекуху. Да блин. Так, ладно, а что если тупо заспамить этим приемом, то есть вообще ничего не делать, просто спамить? Да блин. Ну прям просто спамить не получится. Надо чуть-чуть еще. Да, причем такое чувство, что этот прием в блоке ему урона наносит столько же, сколько и без блока. Кстати, вы знаете, что по сюжету Шива, а нет, меньше, но все равно много. По сюжету Шива и Кентара друг друга ненавидят. О, отлично, оба сразу так делают. Молодец, игра. Вот смотрите, игра сейчас меня заставила играть как грязный читер. Вот когда я пытался по-честному, он меня рвал. Как только я вообще включил ламера, который одним приемом только может играть, я выиграл. Ну вот что это за дизайн? Блин.
Что за шиву с ним делать? Комбо надо мощно, который я не знаю, как делается. Ну, я вроде вспоминаю по чуть-чуть. Блин. Черт, ну было близко. Ладно, черт с ним. Да ладно, про уже не надо. Так, за кого? Да ладно, про я... О, за Кана легко, кстати. Вот за Кана, правда, это не ультимейт, в ультимейте легко. Ну ладно, 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 нормально, нормально, нормально. По-моему, именно за Кана я прошел аркадную версию, когда я стримил. Помните, у меня был такой... Да блин, ладно. Так вот, когда я стримил первый, второй и третий Mortal Kombat за один стрим, это было еще до этого марафона, где-то, может, год назад. Вот тогда я за Кана как раз третью часть прошел. Да, в ультимейте, конечно, удобно. В ультимейте тут его за Кана вообще как нефиг делать можно. Здесь, конечно, надо... Шикарно по глупости. Бекана, да. Блин, уже. Ладно. Да, вот не хватает, не хватает. Не хватает возможности комбить с воздуха. Я немножко не знаю, что делать дальше. Ну ладно, допустим. Вот Кана, кстати, наоборот, в этой версии какой-то более пассивный. Да, да, ножи против Шаокана. Фига. Это было смешно. Видите, Шаокан лох. Матара, главная жесть этой версии. Спасибо. Так, ладно, я уже поздновато... Да, уже поздновато. Не хочу я сейчас начинать досовскую версию. В досовской версии еще вам всякие читы, коды показывать. Наверное, не знаю, надо... А, тут паузы ж нет. Да, ладно, все. Смотрим сюжет. Пытайтесь успеть прочитать и перевести для себя сюжет. Так, а что можно тогда? Что можно за короткое время пройти или показать? Может показать? Не-не-не, подождите. Показывать Mortal Kombat 3 на какой-нибудь Sega Master System, я думаю, это уж очень трешово. Наверное, мы не будем это делать. Да, да, ультимейт, конечно. Я уже говорил, что ультимейт. Ультимейт мы не будем. Потому что мы его не заслужили. Так, за Кана. Кан, да блин. Кано. 3 балла. 40 баллов у нас. Красава. Так, теперь здесь. Ой, я не поменял. Ой, я... блин, я не... PS1, конечно же, это было. Ну, неважно, уже всем пофиг. Так. Еще 3 очка, 40 баллов, да. Красава. 600 версия. Windows 95 и версия... Вот Windows 95, это, кстати, вот эта же версия, на самом деле. Блин, тут тот же жесткий Матара. Кстати, музыка, вы слышите, музыка обрезанная.
На аркаде там музыка движется вперед, а здесь повторяется короткий фрагмент. И быстрее вот эти портреты вылазят. Да, прикол в том, что для МК3 существует две разных ПК-версии. Версия для MS-DOS и версия для Windows 95. Так вот, Windows 95 версия — это вот эта же версия. А вот DOS версия — это другой порт со своими приколами, эксклюзивами. Ну, они... Ну, немножко отличаются, да. Так, что ж, ну, может показать вам... Давайте я для начала покажу вам Fatality... Не Fatality, а Friendship Striker в этой версии. А что еще постримить? Ну, черт его знает, наверное, уже ничего. Dendy версии я попытаюсь пройти. Game Gear и всякие, это тоже что-то, мне кажется, сейчас не надо. На плохой ноте заканчивать. Давайте еще в эту версию, может, поиграем. Так. Значит, показать надо вам Friendship Striker. Я уже показывал в аркадной версии. Помните, да? То, что там бегут все персонажи. Да блин, что оно не работает? Ладно, пошли. Striker wins. Fight. Да что тут забывать, если это самый простой враг? Для него не нужно каких-то тут. Ага, самый первый, а уже четверной переброс. Походу он, независимо от сложности, он всегда делает четверной переброс. А вот в МК2 нет. Так. Можно, кстати, сделать этот. Ну ладно, я обещал другое. Я обещал вот это. О, видите? Никаких... Никакой этой беготни из большого количества персонажей, совершенно другое. А, в смысле? Тиммейт уникальный, нафиг подсобрать? Такого никто не говорил. Кастриршип? Кастрация, это хотел сказать. Я так понимаю. Ладно, понятно с этой версии. Это мы прошли. Так, что же вам все-таки показать буквально на 15 минут? В принципе, у меня версии есть. Может быть. Может быть, может быть. Нам вернуться назад? Не, DOS-версия это надолго. В DOS-версии куча контента. Это не на 15 минут. Но. Если вспомнить про трешачок. Вот, смотрите, что у нас есть. Мы же еще не показывали Dendy. Ни одной версии для Dendy. Сразу говорю, что найти адекватные обложки было крайне трудно. И на самом деле они не все правильно подходят. Поэтому мы будем исходить из того, ну короче, из того, что есть. Поэтому давайте-ка покажем самую простую, ну почти самую убогую версию из дендевских Mortal Kombat'ов. Версию от Yoko, которая называется Mortal Kombat 2, при том, что это нифига не вторая часть.
Это первая часть. Так. Захват окна, конечно, интересно себя ведет. Вот, про. Ты вспоминал про Mortal Kombat на Денди? Как тебе такое? Блин, я же объяснил, Слайм Мелани. Ты таблицу мою видел, я же ссылку скидывал. Для ультимейта надо собрать 50 МК коинс. У меня сейчас сколько? У меня сейчас 40. Кстати, вот это я не знаю, почему она так себя ведет. Да, пиратский высер. Так вот, может вы помните, что когда я играл в первый Mortal Kombat на Game Boy, я сказал, что это такое говно, что даже дэндевские версии были лучше. И я вспоминал именно вот эту версию. Вот эта версия, блин, что происходит? Что, блин, происходит в этой картинке? Так, короче. Короче, у меня эта версия в детстве была, но не совсем такая. Я не смог найти именно ту, которая у меня была, к сожалению. К сожалению, не смог. О, 94-й год. Вот сейчас мы все выставим. 94-й год. Вот так. Поиграем немножко в этот пиратский высер. И закончим сегодняшний стрим. Как зачем? Потому что это Mortal Kombat. А мы проходим... Так, стоп. А почему я ничего не могу изменить? А, вот как это работает. Но здесь нету этого... Вот, смотрите, это Mortal Kombat 1. Вся графика перерисована. То есть прям заморочились разработчики и с нуля перерисовали все спрайты. Но здесь почему-то нету шансунга. Блин, это не та какая-то версия. Сейчас я другую. Это самая первая. Видно, у меня была другая. Стоп, вот это что за версия? Это другой. Это другой. Это другой. Этот у меня... Подождите. Может, у меня этот был? Но этот мы покажем, этот... О, блин, не хотел меня это открывать. Ту версию я тоже покажу, но сейчас я хотел другую версию. Сейчас я хотел именно версию от Йоко. Но версии от Йоко, они тоже, блин, разные. О! Ух, ё-моё. Ой, ё-моё. Street Fighter. Блин, почему эмулятор закрывается, когда нажимаешь Close, как бы ROM, по идее? Мастер Файтер. Так, какая же у меня была? Черт его знает. Это, я так понимаю, все друг... А, это вообще Mortal Kombat 2, это не то. Это что такое? Вот это, наверное, от Йока. Та... Ближе к той версии, которая у меня была. А, вот здесь можно неуязвимость поставить. Да, как бабло. Вот, вот здесь есть шансунг. И здесь, смотрите, Соня почему-то пиратка. Пиратка, в прямом смысле. Это обычная Соня, это Соня пиратка. Пиратская Соня. Ну что, сыграем за пиратскую? За пиратскую Соню. Какая она, смотрите, какая у нее грудь, какая она прям из рю, что ли, ее делает. Короче, в этой версии... Одна кнопка удар, другая блок, я так понимаю. А мне казалось... Да. Ну музыка, музыка, слышите? Музыка пытались скопировать. Музыка-то нормальная.
Правда, она как-то уныло звучит. О, он, она сама бьет. Почему? Блин, это так грудастая. Так, почему глючит графика, я не знаю. Возможно, эмулятор нужен какой-то специальный. В принципе, у меня есть этот FSU UX, который... Ну, я думаю, мы не будем заморачиваться. Не... Слайм Мелани, это не донаты! Блин, Слайм Мелани. Ну... В таблице четко... Есть первый раздел, правила. Четко написано. Чтобы сделать процесс интереснее, я решил превратить это в небольшую игру, где доступ к разным версиям будет открываться постепенно. Это либо накопление определенного числа внутренней валюты M-Coins, либо выполнение особого условия. Правила начисления M-Coins. За прохождение аркадной версии 5 M-Coins, за прохождение порта 4 M-Coins, за показ прохождения 1 M-Coin. Вот, все ж написано. Четко. Опять она сама это делает, это не я делаю. Блин, как делать эти типа фаталити или как в трилогии делать, я знаю. Трилогия, которая на Денди. О, одинаковый перс. Вот арены, кстати, сделаны неплохо. Смотрите, здесь как бы все есть, и монахи вон хлопают, и Шансунг. То есть в этом плане неплохо. В нижнем углу, в нижнем правом углу, где игра, там вот написано, сколько у меня M-коинов на данный момент. Кстати, один раунд получается. Короче, вот этот пиратский МК, это самая убогая версия Mortal Kombat на Денди. Но при этом меня прикалывает, как они перерисовали спрайты. То есть, как бы, за что эту версию можно похвалить? Во-первых, за то, что они нарисовали все с нуля, фактически. Вот Соня тут выглядит очень прикольно. Во-вторых, то, что здесь музыка копирует оригинал вполне неплохо. Вон анимированные фоны тоже близкие к оригиналу. То есть, за эту игру можно похвалить. Но вот играется она, конечно, так себе. И то лучше геймбой. Я ж с чего начал? С того, что Mortal Kombat на геймбое — это худшее, во что я играл. Так, а почему один и тот же... Почему... Тот же самый персонаж. Эта версия не тормозит. Она, в принципе, неплохо выглядит. Персонажи на себя, ну так, в принципе, похожи. Так что, как бы, почему бы и нет? Здесь приемы персонажей запороты. То есть здесь у всех персонажей только один фаербол и все. Но она не тормозит. И она отражает оригинальную игру. В то время как версия для геймбоя, блин, тормозит настолько сильно, что я такого еще не встречал. Кстати, я, возможно, у меня не этот был МК, самый первый, который я видел на Денди. Возможно, другая версия. Мне уже трудно вспомнить. Но до такой мне вроде тоже попадался. Не вся музыка хорошая. Да, вот по стриту это от них же. От компании Yoko. То, что глючит этот худ, это, я думаю, глюк эмулятора. То есть в игре так оно не глючит. Это
Эмулятор, скорее всего, нужно FSU UX, но в нем там FSE X, но в нем там свои заморочки, я поэтому... Можно и тот эмулятор. Ну, как бы, я не знаю, мне просто показалось, что этот вроде и так все запускает, но, как видите, не совсем все. Да, бабы рестлерши, я жгу Соню, прикольно перерисовали. Сильные женщины. Кстати, а мы можем вполне реально пройти, на самом деле. О, бледный Кано. О, прием у него есть, видите? Не только фаерболы, приемы у некоторых работают. А, вот как апперкот делается, вот как апперкот делается. Две кнопки надо нажимать. Здесь, кстати, одна из кнопок чисто блок. То есть она только блок и делает. А вторая кнопка удар. То есть здесь как в Амиге. Все делается, все удары одной кнопкой. Правда, там еще и блок делался этой кнопкой. Субкана, да. И блок не работает, вы видели? Я сейчас в блоке был, удар прошел. А монахи как радуются. Тут время суток, кстати, меняется, видите? Короче, несмотря на общую трешовость этого порта, я вам скажу, он вполне играбельный и в чем-то даже неплохо сделанный. Вот без иронии. Потому что, я же говорю, персонажи нарисованы как бы неплохо, арены неплохо переделаны, музыка некоторая прям довольно точно копирует оригинал. Так что геймплей здесь хреноватый, но при этом он не тормозит, в отличие от Game Boy, опять-таки от Game Gear. На Game Gear игра даже и медленнее идет. То есть, вот так вот. Так, давайте-ка... За Шансунга тоже, кстати, поиграть интересно. Ага, вот фаербол. Полета, я так понимаю, у меня нет. Да ладно, говно, ну посмотри, Брюс Ли же. Геймплей здесь, конечно, скучноватый, потому что, я же говорю, приемы толком не работают. Как, кстати, и на Game Gear. На Game Gear приемы тоже хрен сделаешь. То есть, если сравнивать это с Game Gear-овской версией, то... Еще и неизвестно. Что хуже. Ладно, до конца проходить, конечно, я не хочу. Я думаю, это и вам не интересно. Я черт его знаю, сколько здесь всего боев. Считать я не хочу. Поэтому... Хотя я бы мог эту игру пройти. Ну да, получается... Я не могу считать это пройденной. Поэтому будем считать эту версию показанной. Ладно, давайте из любопытства... Попробуем все-таки FSE X эмулятор. Проверить, будет ли нормально в нем работать. FSE UX. Просто я не помню, у меня здесь управление, скорее всего, не настроено. Может и настроено. Так. Вот этот. О! О, он не открывает. Интересно. Вроде этот эмулятор все должен открывать. Так. Фига себе, он не открывает? Серьезно? FSU UX. Это ж, блин, самый точный эмулятор. Что за прикол? А этот открывает. Другой FSU Ultra. И здесь багов нету, да? Привет, Диман. А, тут это ж не та версия, тут не открыт. Не, я тоже, блин. Но есть какие-то версии, где оно... Так, ну мне интересно, что вот это, оказывается, не открывает это.
А это что такое? Это другой. Это другой. Вот этот. Вот этот МК у меня, скорее всего, был в детстве. Но это другой. Этот получше будет. Во, видите, этот получше. Здесь персонаж вообще похож на себя. Так, ну ладно, наверное, мы сейчас... Наверное, это мы на другой стрим оставим. Сейчас, наверное, будем уже заканчивать. Так. Ну, в общем, что-то такое. Вот такие Mortal Kombat на Денди. Так, а так называемая трилогия тут есть, интересно. Вроде должна быть, просто... Ее, правда, надо показывать позже. Да, что-то ее нету, кстати. Так называемая МК-трилогия. Так, а ну-ка еще проверю. Press B button, чего? О! Но все равно не так, как надо. Походу, видите, эта игра трудноэмулируемая. Так, а мы же за Шансунга играем. И мы, видите, автоматически меняем персонажа. О, а музыка вполне похожа. Я так понимаю, за каждого персонажа по одному приему. И почти всегда это фаербол. Правда, вот Кана, видите, за Кана. Кана может вот это свое вращение делать. Добиваний, походу, здесь нет. Так. Знаете. Еще раз хочу проверить. Хочу проверить Кано. Почему за него то ли за него два приема? Так, встань. За Рейда на полет. О, за Кано походу два приема. То есть, а я понял, как делать подсечку и телепорт есть за Рейда. Нифига себе. Может здесь приемов то? А вот как он. Ну-ка, тихо, тихо. Как я это сделал? Да тихо. Дай я прием попробую. Слышите, я нашел прием за Кано. Вниз-вверх плюс АБ. И он делает свой... Тут приемы даже есть, видите? Не все так трешово, как кажется. Здесь заморозки просто за Sub-Zero нет. Вот что расстраивает. Слайм Мелани, в каком-то смысле да. Ты думаешь, я часто в это играю? И графика наконец-то не глючит. Ты серьезно думаешь, что я... Ой, даже головой удар есть. Серьезно думаешь, что я прям... Такой трэш не часто запускаешь. Через блок. Короче, эта версия, она... В ней есть какое-то зерно нормальной игры, нормальной версии. Но это зерно очень глубоко. А так, конечно, это трэш. Да, именно так. Привет, ОМОН. Совершенно верно. Подготовился к чему? Проходить трэш? К этому невозможно подготовиться. За всех? Нет, не за всех. За всех это вообще бы заняло бесконечное количество времени. И я не все версии прохожу. Вот эту, например, проходить явно не буду. Я вам просто показываю. Ну и сам заодно смотрю. Так, ну Рейден интересные. Рейден интересные. Давайте за Рейдена. О, Рейден Циклоп, кстати, он там был.
Так, как за тебя приемы делать? Тихо, тихо. Ага, не так. Не так, как... Ну, это понятно. А как... Как телепорт делать? Ком же делал как-то телепорт. Интересно. Ногой можно бить? Нифига себе. Нифига себе, кнопка, которая всегда блок, она в прыжке оказывается удар ногой. Кто бы мог подумать. О, как я это сделал? Как я это сделал? Халка Хогана. А в смысле тут, тут есть кто-то похожий за Халк? А, ты, наверное, за Шансунга имеешь в виду. Ну, так я ж только что за него был. Так, как я полет? О, я не знаю. Короче, это игра из тех, где вот реально, как вот здесь, вот когда даешь человеку, который не умеет играть, и он тупо все кнопки на обум жмет. Вот когда я жму все кнопки на обум, я делаю телепорт. А как это делать, я не знаю. Не знаю. Как это делается? О, Рейн против нас. А, не, не Рейн. Кана. Так. Кстати, этот эмулятор вполне нормальный. Единственное, что нужно... Надо режим Денди включить. А, стоп. А может поэтому игра... Может поэтому... Так, как тут это сделать? Там я это как-то сделал. Ну ладно, может и пофигу. Может и пофигу. Да. Не знаю и нет... А, вот если пал эмулейшн... А, возникнут баги. А, ну понятно, понятно. Понятно. От чего эти баги? Все понятно. Нету тут фаталок. Фаталки есть в более поздней игре от этой же компании Yoko, когда они сделали так называемый, прости господи, Mortal Kombat трилогию, который является этой же самой игрой, просто, ну как бы так сказать, с другими спрайтами, но этой же игрой, вообще без отличий. И вот там есть возможность сделать фаталити, но оно одинаковое у всех персонажей. Это просто апперкот, от которого противник разбивается на части. Так, ну ладно, все, короче. Давайте на этом стрим закончим. Я думаю, уже всем все понятно. С этой версией и вообще. Сегодня неплохо мы продвинулись. Прошли... Что мы сегодня прошли? Так, надо сдвинуть. О, прикольный звук. Так. И вот так делаем. Добавляю себе одно очко за то, что я показал эту убогую версию. И возвращаться к ней мы уже, конечно же, не будем. Все тогда. Блин, вот это классная демка, конечно. Что, блин? Что за WKO? Это, кстати, Соня, если что, вот слева. Как будто бы ее из Рю делали, из спрайта Рю. Все тогда. Сегодня мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Что?
что будет на следующем стриме. Завтра, кстати, да, завтра стрима не будет, вот сразу могу сказать. О, кстати, видите, Скорпион здесь змейку как фаербол кидает. Что завтра стрима точно не будет. Будет ли в понедельник, это вопрос. И что будет, тоже вопрос. Потому что теперь специально я до этого довел, что у нас открыто сразу первые три части. И по Mortal Kombat 1 нам осталось досовская версия. По Mortal Kombat 2 ничего не было пройдено. И по Mortal Kombat 3 практически ничего не пройдено. Так что любая версия может быть на следующем стриме. Посмотрим, как будет настроение, как говорится, как карта ляжет. Так что ждите следующего раза. До новых встреч. Да, привет, Deceptive Gecko, но, к сожалению, ты опоздал. Я заканчиваю стрим.